мне жаром, и сухи зовут пожаром. Ну как крошка, дай мне жару, и сухи зовут пожаром. Кого прибивать, но твои руки мне зачетный фраер. Витя, а почему тебе мама машину не купит? Потому что она в армии не служила. Так ты ж в армии служил. Я-то служил, а она-то не служила. Ну, а машину, говорю, что она тебе не купит? Я тебя умоляю, где я, где машина? Ты как бы рядом еще. А Рэмбо рассказывал, ты с армии в каком-то полосатом халате пришел. Что за войска такие? Полосатые халаты. Что это за хуйня? Как это? Как они называются-то? Это? ФСБ это. В полосатых халатах. Сейчас я объясню, сейчас. Рэмбо говорит, я, говорит, шел на работу, смотрю, говорит, Витя дембельнулся из кустов в полосатом халате выходит. Я, говорит, охуел. Что это за хуйня? Трубопроводные войска, ёпта, знаешь? А мне он сказал, что десантник был. Морская пехота, вот. А трубопроводные войска? Трубы проводят. Ай, бля, подзаебало все меня. Я звоню своей подруге и иду к своим друзьям. Она вовремя приносит свое доловище. Раздеру хуям ее огромное пиздище. К размерам, запахам и вкусам ей до нового не привыкать. Ай, блядь. Пойду ее ебать, ёпта. Вот она, ёпта, вся. Извини, родной, ёпта, у меня...